Все в полицейские. В патрульной полиции Одессы открыли конкурсный набор. Заполнить анкету можно до 18 апреля на сайте самого департамента. После заполнения заявки претендентам предстоит пройти медицинское обследование, собеседование с полицейской комиссией, психологическое тестирование и спецпроверку. Кроме того, у будущих полицейских проверят физическую подготовку, а заодно и знание законов. Будут визначені ті дані, які особисті якості, які чоловік має. Це знання основних напрямок – це Конституція України та знання закону України про поліцію. Адже працювати в поліції повинно знати ту нормативну базу, яка передбачає подальшому функціональні функції цього поліцейського. А також є загальні тести на логіку. Требование быть гражданином Украины в возрасте от 21 до 35 лет, иметь общее, среднее или высшее образование, водительское удостоверение и готовность работать в любом из городов нашей страны в случае необходимости. В основные функции патрульных полицейских входит контроль за правопорядком на территории города и соблюдением правил дорожного движения. С начала этого года со спецлинии 102 патрульная полиция получила более 26 тысяч обращений. То есть мы первые, кто реагирует на все обращения одесситов, на все жалобы, правонарушения, обращения. Это все принимает патрульная полиция Одессы. Сегодня мы оголошуємо конкурс на 500 вакансий патрульной полиции в місті Одесі. Трошки больше, чем 660 людей несуть службу на місці, в місті у нас тут. Саме тому 500 нових патрульних дозволить суттєво покращити рівень безпеки в Одесі та якісну роботу в цьому напрямку. Патрульным новобранцам обещают зарплату от 8 тысяч гривен, социальные гарантии и карьерный рост.